Всем привет, с вами Андрей Чент, и мы продолжаем... Идем. ...наш хоррор. Dark Picture Anthology. Итак, закончили мы вот на этом месте. Тут есть удобные точки для обороны, но в целом продумано так себе. Может, делали наспех? Мы не знаем, в каких условиях. Не знаю, как я мог так ошибиться. Рэндальф, я надеюсь, это письмо заставит тебя в добром здравии. Наш путь к месту раскопок затянулся. Мы оставили часть тяжелого вооружения, это мы читали. Запускаем рацию. Эрик, посмотри-ка. Он работает? Давай это выясним. Пленка спуталась. Думаю, это поправимо. Когда ты сняла кольцо? А что насчет тебя? Вот. Рядом с сердцем. Давай романтику. Ты хороший, Эрик. Может, слишком. Я помню, что оно для меня значит. Я хочу вернуть тебя. Нам было хорошо вместе. Нам было очень хорошо. Я знал. Чего ты хочешь от меня? Для начала правду. В смысле? Я хорошо знаю тебя, Рэйчел. Ты соврала про зажигалку, и не потому, что начала курить. Эрик, скажи правду. Эрик, не надо. Признай. У тебя есть другой, да? Камни этого храма пропитаны кровью. Мы уступили на неизведанные земли и пробудили нечто древнее и злое. Скверну, что принимает неописуемые очертания и формы. Веками мы жили в этом мире как дети, не зная об ужасах, дремлющих у нас под ногами. И теперь слепо распахнули врата, ведущие к безумию. Я страшусь угодить к ним в лапы, но мною движет долг. Это место должно быть запечатано. Предсмертная записка. Эй! Черт! Сразу убегаем. Прикрой. Что за херня? Не знаю. Такого, блядь, мы точно не ожидали. Всем позывным, это Кинг. Контакт, контакт! По нам стреляют, кто-нибудь слышит, прием! Там Рэйчел. Кинг, это главный ястреб 2-1. Повтори, прием. Кинг, это главный ястреб 2-1. Как слышно? Блядь! Тут все всегда через жопу. Ты же не всерьез? Она древняя. Нет выбора.
Видишь его? Да, он идет. Здесь он даст веревку, да? О, это я помню. И здесь он может умереть. Так, а как ее спасти? Я должен отвязать ее, отпустить, получается, иначе я умру. Помоги! Так она тоже умрет. Перестань дергаться! Блин, ну я помню его смерть. Хватайся здесь. Хватайся за что-нибудь! Но за что? Я не вижу. Ну же, черт! Черт, Рэйчел, не дергайся! Прости, Рэйчел! Прости. Ну, отрезаю. Нет! Да, потому что я помню, если я тебя не сброшу, я умру. Я надеюсь, что она упала в воду, и она выжила. Ну, смерть ее не показали, это хорошо. Потому что я помню, если бы я не отрезал... О, открыт дополнительный материал. О. В каком кошмаре оказались эти заблудшие души? Потому что там был момент, что он мог умереть. Во мрак? Не факт, не факт. Узы, которые казались нерушимыми, ныне разрезаны. Сердце всегда сдается первым. Смерть ее не показали. Ник? Братья по оружию, но действительно ли они так близки? Или все-таки человек человеку волк? Осмелюсь напомнить, что тьма уже забрала у них капрала Мервина, а до утра так далеко. Но посмотрим на Салима. Рассудительный человек. Быть может, солдат по неволе? Быть может. Незавидная судьба ждет наших выживших в плену у бездны, в ловушке под землей. Один за другим их огни будут гаснуть, если вы не найдете способ спасти их. Как правило, я стараюсь не вмешиваться в дела других, но иногда от этого сложно удержаться. Могу предложить вам совет, если вы пообещаете, что это останется между нами. Ну, давай. Разумный выбор с учетом обстоятельств. Давным-давно я встретил слепого поэта, который поделился со мной этими мудрыми словами. Долог путь безмерно тяжек от преисподней к свету. Это все пока что. Такой себе совет. Но я ж надеюсь, что она не умерла. Потому что я помню, у меня ж было предсказание, что если бы я ее не отрезал, то чувак бы умер. Головой об камень. Я думаю, она выжила.
Вот если посмотреть по картинам, вот какая-то картина, по-моему, была. Вот. Вот, я бы умер. А, меня бы человек, мне бы тот чувак бы в меня выстрелил бы. Я бы держал бы, а наорала бы. Вот. И тогда у него была бы смерть. Значит, все нормально мы сделали. Вы так и так бы попали, упали бы вниз. Только так ты на шампуре был бы, а так не на шампуре. Значит, все окей, мы все правильно сделали. Я убил Мервина. Это случайность. Как та женщина на КП. Выброси это из головы, наконец. Так, секунду, а что у нас еще по картинам есть? Что это? Подъем какого-то демона из бездны и... И кого-то может затащить. О! Эй, полковник! Что с Рэйчел? Нас атаковал противник. Он открыл огонь. И... Рэйч... Она упала. Она живая. Я держал изо всех сил, клянусь. Но она тянула меня вниз. И я обрезал веревку. Рэйчел! Надо идти. Сэр, мы как на ладони. Надо отступать. Ну! Туда. Идем. Тише. Вдруг он рядом. Полковник, иракцы сейчас меньше из наших проблем. Их не видно. Главный ястреб 2-1. Всем позывным. Как слышно? Прием. Джоуи, ответь, прием. Джоуи мертв. Ты что, блядь, несешь? Иракцы его подстрелили. Он умер у меня на руках. Только не Джоуи. Как мы будем выбираться? Как-то? Нужно здесь окопаться. Поставить защитный периметр, чтобы хоть немного перевести дух. Лейтенант, в каком смысле иракцы меньше из наших проблем? Вы верите в Бога? Не на йоту. Так поверишь. Начните. На нас набросились. Не знаю кто. Вы мне все равно не поверите. Я сам себе не верю. Монстры. Монстры? Да ну, вам должно быть стыдно. Сэр, при всем уважении... Лейтенант, где-то здесь враждебный ракет сможет не один. Чтобы вам не привиделось, это чушь. Эти статуи... Ник, хорош видами любоваться, шевелись давай! Ну что это? Точно не хранилище. Миссия накрылась. Это поправимо. Спутник. Я изучу данные и исправлю алгоритм. Первый блин всегда комом. Вас понял, сэр. Вы нас в это впутали. Вам и спасать. Повторите? Я так и думал. Ой. Постерегите вход. Мы глянем. Починить генератор?
Так это и есть хранилище химоружия Саддама. Спасайся, кто может. Это где было начало? Говно собачье. Так, где сидел король. Это его система инфракрасных спутников. Эрика ждут очень неприятные вопросы. Да, хреново ему придется. Вон наш закоротивший. Там генератор. Давай посмотрим. Ну мы же его запускали, это же он же, да? Мне нужна помощь. Сейчас. Или это другой? Кому-то сильно не понравилась эта штука. Саботаж? Ну да, прикрой меня. О. А, черт! Не валяй, дурака, скорее! Похоже, что я херня страдаю. Молодцом, Ник. Ой. Вот туда лучше не ходить. Не зевай. Рэгбист, это главный ястреб 2-1. Мы идем дальше. Прием. Принято. Осторожней там. Конец связи. Кабели. Куда они ведут? Конечно, надо посмотреть, куда они ведут. Куда они ведут? Сюда. О, растяжка. Пацаны, растяжка. Бля. Осторожно. Здесь растяжка. Ага. Так бы ноги оторвало. Чисто. Вроде все просто. Че, подорвем? Не, просто режем триггер. Это тот, кто стрелял в Эрика. Урод на нас охотится. Рэгбист, это главный ястреб 2-1. Как слышно, прием? Рэгбист на связи. Как у вас дела, Колчик? Ваш друг оставил нам бомбу. Мы в норме, но вы тоже смотрите под ноги. Может, тут есть еще подарки? Прием. Понял. Я иду, конец связи. Он идет. Зря ты ему про мину сказал. Мы собрали команду. Первым в моем списке был неразборчиво Кроу Бульдог. Мы нашли его в Каире, где он зарабатывал на жизнь боями в Левантийско-питейном клубе. Кроу порекомендовал неразборчиво, а в Хайфе мы встретились с моей помощницей. Идем дальше? Оп, секунду, это что? Что это такое? А? А-59? Это какой-то пароль? А-59. То же самое, ладно. А-59. Вот еще что-то. Может, он нас там поджидает? Тихо. Это Джоуи? Он жив? Невозможно. Ты сам слышишь? Херня! Это точно он! Это место играет с нами. Говорю же, я видел, как он умер. Прости, братан.
но ты сам не свой. Мало ли что. Это ловушка. Это не факт. И мы своих не бросаем. Сэмпер Фай. Сэмпер Фай. Эй, что тут произошло? В туннеле кричал Джоуи. Кто-то кричал. Это точно он. Мы идем за ним. Да, все за мной. Давай решительность. Нет, я поведу. Нет уж, я с вами. Надо было сказать нет. Тут должен быть другой выход. Должен быть. Сейчас будем за него играть, да? Что это? Обыщите руины. Я очень рад, там чья-то рука была. А вот она. Оно двигалось, если что. Лучше не трогать. Ну, сейчас за жопу схватит. Давай назад. Не хочу его разбирать. Там что-то еще было. Вот. Что это? Кошелек? Давай посмотрим кошелек. И что? У нас есть еще какие-то варианты? А не раскал... Не это... Просто я бы рассмотрел бы все-все варианты. А, наверное, других вариантов у меня и нету. Угу. Провоцирует именно разобрать там. Ну, эта скотина поднимется, 100%. Ладно. Ну, выбора нет. А я говорил. Бог ты мой! Ага, солнце, солнце! Все, боится света. Я это понял. Где? Вижу. В смысле? Я ж нажал.
там! Все им срака. А ой, скажи. Пока все нормально. Ну, если так можно сказать. О, что-то светится. А еще одна это? Там было А что-то, да? R19. Что-то это, мне кажется, это какой-то шифр, пароль потом, не знаю, к чему-то. О. Не зевайте. Слышно его? Я не зеваю. Можно воды попить? Это сохраняйте бдительность. Ты Джоуи, слышишь? Ответь, прием. Значит... Проверим пушки. Мы не можем рисковать. Ой. Это Джоуи. Ему херово. Надо спешить. Вы ведь были с капралом Гомесом? Что с ним произошло? Это не давай опасения. Да. Кто бы там ни был, это не Джоуи. Но в бою такое сложно адекватно оценить. И что это значит? Вы могли ошибиться, сержант. Я знаю то, что я видел. Я не ошибся. Боже. Будем надеяться, что он жив. А. Хватит с нас потерь. Либо превратился в эту... Насчет Рэйчел. Зверюку. Правда? Я слышал, вы прозвали ее Альфа-сукой. Не я. Я знал ее лучше. Мысли, а... Капрал Гомес, это регбист. Как слышно, прием. Что это? Какая тут глубина? Я видел такие разломы в храме. Это все землетрясение. Идем дальше. Идем. Это кровь? Нет, это краска. Да уж, вляпались мы в дерьмище. Так. Грёбаная дыра. Ну и пиздец. Тихо вы. Мы идем в ловушку. Мне тоже так кажется, если честно. Что он там превращается в кого-то? Ой! Ой!
Пацаны, мы тут не одни. Идем. Пацаны, если шо... О, я на солнце. Бы вас учить, но... Но вы научите. Проверьте все. Свое оружие, боеприпасы. Смотрите в оба, беспечность. О, вас здесь подумает. Что-то есть. год. В катакомбах под храмом огромные груды. Алин работала на местах жертвоприношений в пирамиде Кукулькана, но даже она не видела чего-то. Убили тысячи во имя своих богов. Погребальные ямы как будто бойня. Что за чума или бедствие? Короче, я понял. Что-то рядом еще лежало. Что же они тут нашли? А, предсказание. Ну давай. Ну, лучше всего, типа, поражение. Ну, то есть, не стрелять. Логично. Теперь мы знаем, кто враг. Не зевать. Быть начеку. Ага, это мы отсюда пришли, все, я понял. Прошу прощения, ребят, обратно. Это я просто первый раз не заметил эту штуку. Мозги. Вдруг он не один. Хорошее место для засады. Не торопитесь. Нет, скорее. Мы нужны Джоуи. Поспешим. Джоуи, это ты? Это уже не он. Так, солнышко не зря я вижу. Не будем спешить. Он прав. Будем осторожны. Ястреб 3, главному ястребу 2-1. Лейтенант, прием. Ястреб 3, главному ястребу 2-1. Лейтенант, прием. Ястреб 3, регбисту. Сэр, вы там, прием. О, нет. Ой, не нравится мне это. Готовься стрелять. Тихо. Сейчас вылезет. Сидит демон. И он не врет. Делай, как я.
я скажу, или клянусь Аллахом, скормлю тебя этой твари. Как летучие мыши ждут звук. Они слышат, они нападают. Ага. Их слабое место — это солнечный свет. Пули их только замешкивают. Грузовик рухнул сверху и всего лишь их злил. Работаем вместе, окей? Я видел, как один демон разорвал на части целый отряд солдат. Нужно обойти вокруг. Давай. Я готов. Давай. Думал расслабиться. А тут нужно всегда напоготове быть. А чё не вместе идти? Там справа либо слева. Так и провоцируют, чтобы я где-то ошибся. Угу. Аж ручки потеют. Они хотят его грохнуть, я понять не могу. Оно убежало. Да что за ебанина такая? Эти твари тут везде. Никогда я не встречал подобных чудовищ. Как думаешь, кто эти твари? Знаешь, понятия не имею. Я их не спросил. А ты? Я не знаю, кто они. Я должен быть у себя дома. С сыном. Да уж, семья — это все. Я не должен был ехать. У него день рождения. Ой-ё. И вправду не должен был. Сколько ему? Он уже мнит себя мужчиной. Хотя он только мальчик. Ему 18. Ого! Круто! Круто! Значит так. Лучший твой подарок ему — это выжить и вернуться. О. Только эта мысль ведет меня. Раз уж мы в аду, давай познакомимся, что ли? Никей, сержант. Салим Осман, лейтенант. Армия Ирака. Шукра нихуя.
главный ястреб 2-1, ястребу 3, как слышно? Слышу тебя хорошо. Вижу вас еще чуть-чуть. Я рядом, прием. Идем к тебе. Они тебя не тронут. Давай прячься. Спрячься. Ну? Ну? Сержант Кей, вы как? Да все, Кей, давай так. Я в норме. План накрылся. Что бы ни случилось с Джоуи, он мертв, и неизвестно, сколько тут этих тварей. Думаю, надо вернуться в храм, отдохнуть. По-моему, это лучший план за день. Этот чувак нам пригодится еще, он главный, ну, один из героев. Может, где-то в будущем нас спасет. Настраивается. Щадовый. Стрим хочет запустить. Последний. Это затормозит их. Успеем их на камерах засечь. Надо растяжку обновить. Помоги. Мы уже не раз оказывались в жопе. Но не такой глубокой. Если придется сражаться, я рад, что рядом будешь ты. Давай так. Я тебя всегда прикрою, друг. Так и знай. Так. Новая растяжка. Наверное, когда будем бежать, главное ее не задеть, да? Нихера себе. Да уж. Да, сколько таких мест мы разбомбили без раздумий. В руинах они смотрятся лучше. Да что с тобой? Не эти люди войну начали. Да ты защищаешь врага, сержант? Мы оба в курсе, что не все они враги. Бля, Джейсон! Это из-за той девки на КП? Черт, Ник, ну сколько можно? Мы думали, у нее бомба. А это была сумка с продуктами. Пиздец. Давай промолчать. Нечего сказать, лейтенант. Не. Я так и думал. Регбист главному ястребу. Как у вас? Прием. Это главный 2-1. На камерах чисто, дыры заделали. Прием. Прекрасно. Теперь осмотрите восточный коридор. Прием. Вас понял. Конец связи. Тут глубоко. Регбист, это главный ястреб 2-1. Мы у восточного прохода. Прием. Вижу вас. Толчай.
Целус обнаружил под храмом более крупное сооружение. Будьте начеку. Там что-то огромное. Черт, этим дверям досталось. Твари, похоже, сюда все силы бросили. А тот, кто здесь стрелял, сумел их сдержать. Пока на него не напали со спины. Значит, они не тупые, хищники. Спорим, они могут снова вернуться сюда и пробиться. Продолжаем. Устройте надежное укрытие в храме. О, я помню это место. Помните, в начале было? Ага. Ближе к аду я еще не был. Да-да-да. Когда а-ля... Хрен пойми, какой век до нашей эры. Воняло смертью вокруг, валялись, привлетая мух. Кроу считает, что сюда после неразборчивого мне жаль этих несчастных скитальцев. Какой страх они, должно быть, испытывали. Это не то, что он хотел нам показать. Неземной, неразборчиво, когда мэр спросила, что это, Брэдшоу дал знак Роу, и тот достал динамит. Она сказала, что намерена это выяснить. Что это? Они здесь нашли что-то странное. Да, реально. Да-да-да, помню это место. Табличка? Да. Динамит взорвется, кто-то что-то умрет. Растяжка. А, это растяжка. Еще раз. То есть она жива, надо с динамитом быть аккуратно, иначе, блин, нашу мадам подорву. Господи. Его как будто высушили. Наверное, исследователь. Ну, яма с костями. Лучше не наклоняйся так. Так, ну идем. Говно. Да что? Что там? Ничего, чтобы нам пригодилось. Мне сейчас даже на драгоценности короны насрать. Класс. Хорошее место для заряда. Этим уродам снизу точно придется здесь пролезть. Ставлю заряды. Да. И на эти столбы, чтобы охват был больше. Так проще заметить растяжки. Думаешь, они знают, что это такое? Лучше не рисковать. Заминируем стены. Так легче их накрыть. Меньше разброса, зато лучше спрятано. Ну что? Бляха-муха. Эти твари коварные уёбки. Ты прав. Разместим заряды ближе к стенам. Ладно, застанем их врасплох. Хм.
Блин, это нашу барышню может грохнуть. А там на стенах было. Бля. Я слышу, как ты думаешь. В чем дело? Типа надо было по центру поставить, надо да? Надо было стрелять в воздух. Бля, вот зачем я спросил? Может, хватит уже об этом? Да? А что тут скажешь? Ты знаешь, тот КП был главной целью смертников. Пришлось действовать быстро, принять решение. Но мы ошиблись. Хотя чья-то кровяка была, тоже непонятно. Почему никто не говорит, как есть? Все придумывают себе оправдание. Мы ведь потому и сели в эту песочницу. Я хочу правды, Джейсон. Не могу я забыть, как она погибла. Хочешь сказать, у тебя все по-другому, а? Давай промолчать. А я мутил с Рэйчел. Ты чё, шутишь? 3 недели. Готово. Регбист, это главный ястреб 2-1. Тут лабиринт. Целус эту сигнатуру обнаружил? Прием. Никак нет, лейтенант. Тут куда глубже, чем я думал. Отступайте, конец связи. Закрепи тут камеру и пойдем назад. О. А она выжила. Так что тогда я все правильно сделал. Ёперный театр, что за преисподняя? В этот раз ты себя превзошел. А ты только очнулась, да? У нас тут уже... Ник? Игра! Ни хрена сколько прошло. Ой. О, черт! Выберитесь из расщелины. Добро это. Согласен, пойдем сюда. То есть я должен смотреть, где что булькает. Вот это шлем. И там, где булькает, туда лучше не идти. Вон там булькает, туда не пойдем. Тихо. Так. Ой. Что за... Ты не умеешь перелазить? А, это типа факел?
А. Понятно. Я так не играю. Оно сзади. Мы собрали в пробирку черную слюню из пасти существа, извлеченного из кокона. У всех, кто понюхал это вещество, наблюдалось учащенное сердцебиение. Они испытывали сильное чувство страха. Некоторые сообщили о странных нарушениях зрения, такие как измененное восприятие цвета. А то не надо было нюхать. Я от этой заразы текать буду. Ой. О, я уже слышу. Ага, а сзади, малая, сзади. Не поворачивайся, просто иди. Просто иди. Не обращай внимания. Там этот Эхтиандр за тобой. Да, это провокация специальная. Оно сзади. Ой. Я уже не одна. Что-то странное, что-то, что залегает куда глубже храма, который нашли археологи. Может, это природные пещеры? Или может... Что-то было. И он пойдет на его поиски, правильно? Конечно. Там пошло тело, почему бы за ним бы не сходить? Вдруг сможем подключить радио и послать СОС. Попробуем. Шансов мало. Мы даже не знаем, есть ли наверху работающий передатчик. Ну куда-то же эти провода идут? Думаешь, пашут? Ну, похоже, просто зацепились. Что-то мне не хочется туда лезть, чтобы... Какого хера? Ох ты мой!
Блядь, Джоуи, это я! Так его ж не вылечить уже, или можно? Да не, что-то вообще плохое. Не-не-не, тут уже все, гайка. Стреляй. Оставить, капрал Гомес! Эта тварь не Джоуи! Ага. Ну, этот выбор был у меня, значит, так и надо. Ух. Ну что, вот на этой прекрасной ноте мы с вами и закончим, и уже в следующем выпуске продолжим изучать наше подземелье. А с вами был Андрей Чент, до скорой встречи!